Вот такой шестиугольный элемент сегодня мы с вами свяжем. Обязательно нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Набираем кольцо амигуруми, берем крючок 2,5, и вывязываем 3 воздушные петельки. Вместе с этими 3 воздушными петельками нам надо связать все вместе 18 столбиков, то есть 17 столбиков с накидом и воздушные вот эти петельки. Как обычно, мы все это вяжем. 18 у нас должно быть, 18. Довязали. Подтягиваем кольцо и соединяем соединительным столбиком с нашими петельками воздушными. Отрезаем ниточку, подтягиваем, ниточку прячем туда же, где связали, вот сюда. Присоединяем ниточку другого цвета. И вяжем следующий ряд. Следующий ряд можно с любого места начать. Здесь мы вяжем 3 воздушные петельки. Так, 3 воздушные. Раз, два, три. Дальше накид. Проходим в арку, вытягиваем, накид. И еще раз вытягиваем. Вяжем, завершаем наш элемент, воздушная петелька, опять накид, в следующую мы вяжем опять, вытянули, накид, вытянули, накид, вытянули, 3 пышных столбика, соединяем и воздушную петельку, у вас должно получиться 18 вот таких пышных столбиков. Довязываем 18 пышный столбик. Так. И соединяем. Постарайтесь соединить вот сюда. Так. Сейчас вот сюда. Соединяем. Отрезаем ниточку. Сейчас. Так, соединяем соединительной петлей, отрезаем ниточку, ниточку мы прячем, вот. Прячем ниточку, присоединяем новую нитку. Присоединить можно с любого места. Присоединяем в арочку, где у нас была одна петелька. Снова вяжем 3 воздушные. Нет, теперь 4 воздушные петельки. Так, 2, 3, 4. Делаем 2 накида. Провязываем первый накид, второй накид. Опять делаем 2 накида. Снова провязываем первый накид, второй накид. И соединяем все 3 накида, вяжем 2 воздушные петельки. Дальше продолжаем то же самое, 2 накида, в следующую арку ничего не пропуская, первый накид, второй накид, 2 накида, первый накид провязали, второй накид провязали и снова 2 накида, накида или накида, но это не столь важно. Вы меня понимаете. Провязываем 2 воздушные петельки и так до конца ряда. Довязываем 18 столбики. Так, провязываем 2 воздушные петли, соединяем и отрезаем ниточку. Будет смена нитки у нас.
Так, отрезаем. Опять-таки дальше с любого места присоединяем новый цвет. Провязываем 3 воздушные петельки. 3 воздушные петельки. Так, 3 воздушные петельки. И провязываем сюда еще 4 столбика с накидом. Так, чтобы у нас здесь получилось 5. Так, 2, 3, 4 и 5. 5. Между ними мы не делаем ничего. Вот 5 связали. Дальше вяжем по 3 столбика в следующую арочку. Так, 1, 2, 3. 3. Опять не соединяем ничего, здесь никаких воздушных петелек не делаем. Еще 3 столбика с накидом. Это мы с вами будем вывязывать шестиугольный элемент, поэтому у нас будет сторона. Так, следующий провязываем 5 столбиков. То есть между 5 столбиками у нас всегда будет по 3 столбика, 2 раза по 3 столбика. Так. Третий, четвертый, пятый. Вот наш угол мы вывязали. Продолжаем до конца. Так, заканчиваем нашу сторону. Опять-таки соединяем. Дальше мы можем сделать что? Отрезаем нитку. Либо оставить в таком виде, либо можно еще провязать один ряд столбиками без накида, и вот в эту верхушку, где у нас столбик, провязать по 3 столбика, полустолбика, чтобы были ярко выражены такие углы. Вот такой вот у нас шестиугольник получился. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.